Всем привет, с вами Оксана Майко. Я подготовлю своих студентов, своих клиентов к покупке недвижимости в Испании. То есть готовлю серьезно. И вот сейчас у нас сегодняшний день. Мы начинаем просмотр. Мы начинаем осмотр местности, потому что первый шаг – это понять, где что вы хотите. То есть это первое – определиться с тем местом, где бы вам хотелось жить, где у вас душа ляжет. Ну, а если вы приобретаете недвижимость с целью получения пассивного дохода, это также немаловажно посмотреть на объект глазами своих потенциальных клиентов. Так, начинаем. Так, начинаем мы просмотр совершенно новых апартаментов, да, это, как говорят, новостройка, как мне нравится. Только, ребята, у нас на этот раз, смотрите, вид какой. То есть мы зашли во дворик, вот такой П-образное строительство. То есть это совершенно новое, да? И цены здесь от 100 тысяч от 115 тысяч до 165. Давайте сразу посмотрим, что нам из окна. Площадь красная видна. Вид вот такой вот у нас на горы, тут вот солнце, и это вот мы смотрим верхний этаж, ну, красивый. На самом деле сами апартаменты не очень большие, ну как не очень, 80 метров квадратных. Мы сейчас смотрим трехспальные апартаменты, очень солнечный зал, два окна, то есть это удобно. Если мы, допустим, распределяем, да, пространство удобное, вот посмотрите, дизайнеры, вот здесь получается уголочек. И вот здесь, то есть как будет телевизор располагаться, наверное, все-таки как-то вот, вот так. Ну ладно, это уже потом. Ну, допустим, стол обеденный можно поставить, и светло. Ну, это вот так. Очень большая кухня, очень большая кухня. Так как жилье новое, поэтому тут здесь не инсталировано ничего. Но мы видим здесь газ. То есть здесь газ натуральный, то есть тут у вас будет экономия. Газ, и очень хорошо, что на кухне входит оно в огромное патио де ля Рус. Мы с вами много всего смотрели. Ну вот смотрите, какое огромное патио де ля Рус. То есть не вот они, не окна в окна, поэтому кроме пения птиц мы тут ничего не слышим. Вот такая вот у нас огромная. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.